сегодня минус 25, ветер такой порывами до 4 метров. Приехал я на Красную Башню. Люблю сюда приезжать, место такое интересное, вокруг поля, лес. Приехал по следу снегохода. То есть накатано, ну вот, раза два-три кто-то проехал, и очень плотный снег. А по краям вообще пух, глубина, наверное, полметра примерно. Вот она, башенка. Это зачастили к ней гости, то пешком придут, то приедут. Обычно я тут один. Тут вот смотрю, несколько дней, несколько компаний сюда уже приезжало. Минус 25, жарко. То есть вот тоненькая пуховка, да, совсем тонюсенькая флисочка надета, я не знаю, миллиметр, и термобелье. Все, я еду, мне жарко. И солнце еще греет, очень сильно греет солнце, а солнце прям вся жара. Что еще? Сноубордические штаны. Такие вот. Под ними тоже термобелье. Все. А, еще что прикольно. У меня вот такие варежки. То есть на два пальца. И удобно управлять, и тормоза, и переключатели. А руки вообще не мерзнут. И они тоже очень-очень тонкие. Значит, тонюсенькие. Но при этом хорошо согревают. У меня еще с собой флисовые перчатки есть. Тоненькие. Можно внутрь их поддеть. Что-то пока не понадобилось. Единственное, что, конечно, очки потеют. Все это под маской. Нет, там снизу еще очки. И они, конечно, запотевают периодически. Приходится их останавливаться, вытирать. Вот так маски хорошо. Сама маска вообще не потеет. И от солнца очень здорово защищает.